Так, всем привет. Мы играем нашим любимый Desert Strike с нашими подписчиками. Это Бримон и Молчаливый Боб. Кто-то уже сразу сходу совершил ошибку. Ну да ладно. Подписчикам мы все прощаем. А что же мы будем делать? Нам надо что-то необычненькое сделать. Так что мы идем по технологии. Первый противник зерк. Второй тоже зерк. Великолепно. На третий-то кто у нас? Человек. Человечишка. Что ж мы ему противопоставим? Что-нибудь необычное, как я уже и сказал. Так что мы в слонов идем, парни. Держитесь. Улучшение завершено. Слоны, слоны. Развитие завершено. Улучшение завершено. Не успела слона построить. Ну ничего страшного. На следующую волну зато больше будет. Так, два слона ожидается. Нам нужно больше мира. Отлично. Великолепно просто. Замечательно. Держитесь, держитесь, пацаны. Сейчас неубиваемая сила пройдет. Зато я справляюсь. Его бейны слишком рано умирают, видишь? Противник позади их поставил. Грамотно сделав. Сон вообще пофиг. Но, к сожалению. Они две волны не смогли вынести. И уж извините. Надо больше слонов. Больше слонов.
Хотя можно королеву, кстати, в поддержку. Она будет неплохо. Да нормально все будет. Королева не успевает у меня лечилку накапливать. Это печально. Кого опять глючит? Бремон не глюч. Да уж. Бремон, ты нас всех подводишь? Давай, отглючивай как-нибудь. Хотя, если у него вылетит, возможно, мы выиграем. Шучу. Так, господи. Ты что, специально там это из сети вынимаешь кабель? Игра приостановлена. Бремон, сделай уже что-нибудь, а? Ой, капец. На, я свою лечилку на чужих королев трачу, оказывается. Это тоже провал, конечно. И разобрали. Отлично. Слоны, в общем, мои все окупают. Завалили, что ли? Завалили. Как я их разбираю. Просто это... мясорубка. Салатница. Самое время ставить газилку одну. Слышишь, молчаливый боб, ставь газилку. Молчаливый боб, ставь газилку. Ну ладно, как знаешь. Thank you.
время слонов. Просто глаза радуются. Да блин, слишком легко, пацаны. Ну конечно же, это же мои слоны, признайте. Да-да-да. Твоя детская гордыня затмевает тебе глаза. Ну еще королевы. Они их подлечивают шикарно просто. Зинишь? А, ценишь? Ценю, ценю. Как же без вас? Жалкие процессы. Построили они заразителем, только слонов нельзя заразить. И контроль над ними получить тоже нельзя. Печалька? Да знаю, я знаю. Пока хватает. О, первый танчик. Блин, сейчас выиграем. Печалька. Хотя не, нормально. Отбиваются пока. В следующий раз, может, мод какой-нибудь включим? Тут моды есть. Отлично, твоя пробочка помогла, ну твой этот наблюдатель. А, муты подрезают потихоньку моих королев. Печально. Но этого недостаточно. Опять бремон, да? Что-то не так с твоим компом, бремон. Бремон, бремон. На ноуте играет.
Понятно. Он постоянно в деревне или сейчас в деревне? Пусть на это, на крышу дома забирает. Это просто жесть. Игра приостановлена. Примон просто это решил наших противников задолбать своими лагами, чтобы они вышли преждевременно с игры. Такая вот тактика. Да уж, ура. Игра. Улучшение завершено. Вот же ж негодяи. Блин, у меня ушки-то трючат. Негодяи. Ой, у них слоняра появился первый. Это печально для тебя. Строй морталов. Слышишь? Бессмертных строй. Иначе никак. Даже под вышками разношу. Один слон уже доставляет много проблем, не так ли? У меня их целая куча. Ну и Мортал должен справиться. Спасибо. Что-то я совсем о них забыл. В этих чувачках. Надо построить парочку.
Можно тоже хозяина вставить, строить. Это да, не даст, не оставит ни одного шанса на победу. Видимо, пора. Толки им сильно помогают, но ненадолго. Один сдался. Ассимиляция завершена. Понял всю тщетность бытия, как говорится. Нам нужно больше минералов. Да, один кадр в секунду. Молодец. Нужно больше минералов.
завершена. А, это бесплатная же способность. Угу. А ну туда. Еще бы нет. Применяй. На здоровье. Какая жесть, какая грязь. Почему мы еще не побеждаем, а? А? Ушел нам уже давно победить наших врагов. Скрыть не говоришь. Понятно. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Строить ураганы, уважаемые протосы. Вот батоны, они вообще не нужны, понимаешь? Чисто для красоты. Ураганы, ураганы, понимаешь? Да, и чем больше, тем лучше. Вот, а мы сейчас вынесем. Да. Это победа, походу. Ну, да. Я всех поздравляю. Наконец-то 30 минут это заняло. О, всем спасибо, до скорых встреч.